Сейчас не прыгать. Я убрал лазанье, чтобы мячики не... И всем привет, всем дорогие привет! Друзья! Our Family на связи. И сегодня у нас импровизированный гольф. Объясняю немножечко как все правила. Здесь мы с помощью пистолета выберем мяч, шар, но пока не надо выбирать. И вот такие лунки на каждой карте нужно будет прыгнуть в виде шарика. Сейчас не прыгать. Что ты не сказал? Ну что ты не сказал, что там порталы? А что там, по-твоему? Я не знаю. Судочек? Вот. Я сейчас сюда встану. И значит, в такие вот лунки и флаг будет всегда помогать, то есть... Я убрал лазанье, чтобы мячики не... Вот такие лунки надо будет попадать, а флаг карася... Флаг карася поможет нам найти лунку на карте. Все, мы можем идти, а то мне уже скучно стало. Выбираем мячик. Ты каким становишься? Белым? Почему? Я выбрала вот этот вообще-то. Ну, еще раз нажмись. Я сделался. Ну, все. Погнали. А что мне надо делать? Просто. Это ж легко. Просто нужно найти флаг как можно быстрее. Я иду за тобой. Конечно, ты знаешь. Первый раз вижу вообще. Бред восьмой. Вау, первая луза. Опа, вторая. Мы что, на пиратской бухте? Не поняла. Прыгать можно? Ага. Опа, вот это замешательство, дорогие друзья. Это прям карта реальная для Фоксы, потому что я шарю. Поэтому мы просто наблюдаем. Вот. Меня бесит мышка. А меня подмышка. Опа, ледяная карта. Ё-моё, чё творится? Опа, прыгает на меня. Она перепрыгнула. Здесь правильно. Я не вижу. А, еще есть вниз. Я упала. Коль. Что? Я упала вниз. Ну ничего, можно подняться. Как? Ну вот тут, допустим. Ты думаешь, я не знал, для кого я делаю карту? Так в смысле, ты делал карту, вот именно. Не продумал это? Потому что, когда прыгаешь, не надо тыкаться вот это вот. Я и не тыкалась. Теперь мы в какой-то Sonic Zone, ё-моё. Вообще очень все сливается. Пока все проходит идеально. Теперь я не поднимусь, да? Не, ну правильно, катись туда. А, вот и лунка. Ох, ёб твою мать. Подожди, пожалуйста. Погнали. А здесь я упаду еще. Не падай, давай. А вот это что? Пробуй. Что пробуй? Прыгай в кольцо. Про кольцо прям? Ну, как бы, тут невозможно было промахнуться. Ничего себе! Какие допрыгивают, только прям самый конец. Ага, прозрачный камень, офигеть. А что там? Ага, внизу. Я страшно. Тут два кольца.
это придумал? Я обертку получил. За что? Наверное, что сидишь это. Нет! Ну тут вообще так можно запрыгнуть, это же спасательное кольцо. Я специально убрал зацепы ускорения, потому что при зацепе ускорения... Тут надо найти определенную лунку, которая... Правильную лунку, да, с выходом. И чё, сколько у меня какой-то будет? Сколько хочешь. Ну, я вижу там. Вот это, наверное, да. Синий. Красавчик. Поздравляю. А как... А, угу, так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забываем про колокольчик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.